Всем добра, с вами добрый Данил. Вот и очередной выпуск Ярославского топа, 1 в апреле. И у меня для вас есть объявление. Дело в том, что мы будем сейчас переходить в том числе и на всероссийский топ. Пока какой формат будет, отдельно Ярославский топ, либо включить несколько ярославских новостей во всероссийский формат, остается загадкой. Но, тем не менее, о Ярославле я забывать не буду, переезжать я пока отсюда не планирую и буду, естественно, ходить на ярославские мероприятия и обозревать интересные события жизни нашего региона. Но хватит болтать, к новостям! В простонародье говорится, что-то крутится. Баблосы мутятся. И так у нас и произошло с нашим колесом обозрения, который поставили в Ярославле 65 метров, одно из рекордов России по высоте из колес обозрения. А теперь его младший брат появится и в Рыбинске. Компания Триколор и Вадим Ковар решили поставить это колесо в Рыбинске в размерности 35 метров, которое будет находиться в Волжском парке и будет иметь 18 кабинок вместимостью чуть больше, чем 100 человек. В Ярославле колесо сделали хорошо, качественно, сделали классную иллюминацию, которая тоже получила несколько наград. И очень надеюсь, что рыбинцы тоже смогут поистине полюбоваться классной идеей внедрения колеса. Единственное, буду благодарен, если все-таки цены станут немножко меньше. Потому что при выборе сходить на Мстителей вдвоем, либо покататься одному на колесе обозрения, я бы выбрал, конечно же, поход в кинотеатр. Может, даже еще и останется на попкорн. Поэтому, если будет пересмотр ценовой политики, то, естественно, рыбинцы тоже смогут наслаждаться своим городом с высоты птичьего полета. Благо, Рыбинск тоже город без большого количества многоэтажек в своей центральной исторической части. Мэр, правда, и местные депутаты, а также градостроительное сообщество сказали, что одобряют идею, она хорошая, к тому же и все делается за счет компании Триколор. Однако, все-таки место стоит выбрать немножечко другое. Рекомендуют парк Полет. Ну, тут уж как они сами договорятся. Дадим молодым ночь переспать. Вы знаете, это какая-то мусорная эстафета. Сначала ее принял Ярославль, потом торжественно передал городу Архангельск, а теперь принимает эту эстафету город Переславль-Залесский. Итак, на митинг вышло 600 человек, и все эти друзья и товарищи против того, чтобы мусор возился к ним под Переславль, а также в целом в Ярославскую область. Населенные пункты Маурино, Кулаково и Красное Пламя выбраны московскими властями для того, чтобы складировать туда свои бытовые и строительные отходы. И это не устраивает жителей Переславля. Дело в том, что с этими отходами возможны экологические последствия, которые сказываются на здоровье. И тут вопрос денег уже даже и не стоит, потому что здоровье всегда выше денег. Однако с этим вопросом нужно справляться, и переславские активисты рекомендовали все-таки наладить в России раздельный сбор мусора, чтобы уменьшить количество отходов и не сжигать все подряд, не портя этим здоровье граждан и окружающую среду. Этот проект уже есть, как я понял, и у Чайки, и у правительства, однако требует большого количества денег. Извините, всегда легче и выгоднее вывести вагоны куда-нибудь в Сибирь, либо в близлежащие области с этим мусором, чем решать действительно инфраструктурную проблему. Ну а по окончанию митинга в Переславле, слава богу, как и в Ярославле, была подписана резолюция, которая будет отправлена местным властям, а также депутатам Ярославской областной думы. Слава богу, что митинги наконец-то начали кончаться резолюцией, а не как раньше, когда все придут, погорланят,
выплеснут свои эмоции и счастливые разойдутся домой ждать, пока московские мусоровозы своим мусором заполоняют наш Ярославский регион. Вообще, вы, если мусора много создаете, вы уж и боритесь, пожалуйста, с этим мусором самостоятельно. Я уверен, что у вас, уважаемые московские власти, денег до хе... Есть темы конструктивные, есть околоконструктивные темы про объединение, а есть реально разрушительные и разделительные. Когда единую систему мы ломаем на несколько частей, даже если она устоялась у всех жителей Ярославля. А именно я сейчас говорю про инициативу нашего любимого мэра Волкова, который сказал, что Первомайский бульвар будет разделен на целых два бульвара. Так, от Волковского театра до Красной площади мы будем называть бульвар театральным в честь события, которое происходит в нашем городе и в целом в стране, это года театра. А уже от Красной площади до памятника Некрасова и Волжской набережной мы будем называть этот бульвар Некрасовским в честь нашего знаменитого ярославского поэта. С одной стороны, разделяй и властвуй — очень хорошая и проверенная стратегия. Но не слишком ли много мы сейчас, ярославцы, получаем каких-то новоделов, нововведений? Я, может быть, месяц спустя или два месяца спустя был бы абсолютно не против этих инициатив. Но сейчас как-то прямо не к месту. Уважаемые коллеги мэра, которые консультируют его по решениям и подсказывают ему правильные направления деятельности. Ну, вы как бы сами должны, наверное, осознавать, что сейчас в Ярославле достаточно взрывное состояние, и какие-то вот такие нововведения, в которых особенно присутствует слово «театр», не очень уместны, особенно именно в это время. Ну подождали бы вы. Ваша зарплата никуда не убежит от этого дела, если бы вы через месяц предложили бы эту инициативу. Стоит учитывать также факт того, что на переименование уйдут определенные финансовые затраты. Но, как я не устану говорить из топа в топ, город банкрот, денег у нас на студентов, на обеды, на социальные выплаты нет. А вот на всякую деньги почему-то находятся. Я уже не знаю, как быть, как реагировать на эту ситуацию. Я чувствую, что это какой-то телесериал, это шоу, в котором просто проверяют терпение ярославцев, и есть некий градусник, который висит в мэрии в закрытых кулуарах, и они смотрят: ага, до точки кипения осталось 2 градуса, поднажмем, ребята, сделаем форму для маршрутчиков. Давайте про театр, соответственно, зайдем с темой, чтобы еще и бульварчик переименовать в самое то время. Я очень-очень надеюсь, что это плод моей больной фантазии, и что это действительно не так, и никто не получает за это хайп и деньги, и что, я не знаю, может происходить, чтобы делались такие вещи. Oh my god. Ах, каким персиком стал этот серый дом. И у нас тут скандал всероссийского масштаба. Дело в том, что на областном управлении внутренних дел, который в простонародье называется «Серый дом», который почему-то сейчас стал персиковым домом, но да ладно, про одного из политиков, которого можно разбить на составляющие предлоги, «положить внутрь». Ну, либо Яндекс предлагает перевести это как «впихнуть». Написали, что он лидер, но с несколькими грамматическими ошибками. Все оперативно закрасили, и многие средства массовой информации решили написать об этом вопиющем событии. Ну и ребята из Роскомнадзора просто посоветовали по звоночку некоторым этим СМИ
удалить публикации о том, что произошло в нашем скромном городе Ярославле. И вы бы все сказали, что это цензура. Как можно писать про вставляющего какие-то странные дела и странные фразы? Но цензура тут, на мой взгляд, к личности не имеет никакого значения. На мой взгляд, ключевое — это локация, где было написано слово «лидер» с несколькими ошибками. Дело в том, что все-таки это управление, где сидят самые высокопоставленные чины Министерства внутренних дел Ярославской области. И у них под носом происходит написание этой достаточно длинной фразы, на которую, ну, на мой взгляд, ушло бы минимум 3-4-5 минут. Чтобы вы поняли, 3-4-5 минут зачастую у пультовой охраны, как только мы нажимаем на кнопку, по регламенту в это время они должны приехать, согласно всем договорам и регламентам. Но здесь граффитист в капюшоне, которого, к слову, задержали. Надеюсь, это было не так. У вас есть капюшон, вы задержаны. Он был пойман, и сейчас уже на него составляется административное, а может быть даже и уголовное дело. Голуби летят над нашей зоной. Но, с другой стороны, все-таки Роскомнадзор, возможно, как пишут многие издания, воспользовался новым законом об оскорблении власти. Но здесь очень сложно на самом деле доказать оскорбление власти. Не очень понятно, какой конкретно вставляющий был использован. И не очень понятно, что все-таки оскорбительного в слове «лидер», пусть и написанном с ошибками. Потому что некоторые используют его как свою ориентацию в жизненном пространстве и идентификацию своего мировоззрения. Поэтому новость, хоть и стала очень сильно хайповой, по факту не стоит, на мой взгляд, и выеденного яйца. Новость про Волковский театр, которая потрясла всех жителей Ярославской области, об его объединении с Александринским театром и создание конгломерата, в котором мы будем отдавать свое первенство в некий первый национальный театр, потрясла ярославскую общественность. И все бы было печально, если бы не было так смешно. Мне почему-то вспоминается шоу Бенни Хилла, где люди бегают друг за другом с очень смешными жестами. Так вот, Мединский на банкете заявляет и вроде как формирует приказ об объединении Волковского театра. Наш губернатор вроде как высказывается за это объединение, но через час уже выходит публикация, что он против этого объединения. Директор Волковского театра говорит, что это было для меня как гром с ясного неба, и сначала публикует в группе Волковского театра пост о том, что он против этого объединения, но через какое-то время пост исчезает, и он вроде как теперь снова за это объединение. Евгений Марчелли, художественный руководитель, режиссер, сразу же говорит: это круто. Театральная труппа тоже вроде как говорит, что это хорошо. Общественность считает, что вопрос денег, славы и престижа, он для актеров на первом месте. В плане того, что ты теперь вроде как можешь и гастролировать в Питер, и вроде как там и деньги другие, и поклонники другие, и, наверное, водка, шнапс, и порошок Тайд тоже другой. Но, вы знаете, конечно же, деньги, развлекаловка – это очень хорошо, но вы же их были самыми главными звездами, и теперь вы будете, ну, такими себе, но в Питере. И Александринский театр – это не самый прямо ух
в России. А вот Ярославский театр, он по каким-то параметрам прямо самый ух в России. Особенно если вы посмотрите год основания. Медведев-то наш председатель правительства, конечно же, сказал, что не надо, давайте отложим все эти приказы. Но в сети-то приказ уже появился. Не знаю, фейк не фейк, возможно, но буду измышлять, что на этой некой бумаге, похожей на приказ, написано, что имущество Волковского театра, оно переходит Александринскому театру, ну и, соответственно, хозяйственная единица, как бы сказать, будет в основной Александринский театр, а мы будем, ну, как бы его дополнительной сценой. Ну и 5 апреля приехали чиновники из Министерства культуры Владимир Фокин, которого очень интересно пошутили на картинке, что Федор Волков, возможно, это Фокин Владимир. Шутка действительно очень классная. И как раз к этому событию, пока они там все заседали, собрался хороший качественный флешмоб. Театр начинается с вешалки, где мы с вами, ярославцы, отстаивали нашу национальную гордость. Первый русский театр. И всячески показывали чиновникам из министерства, что это наша душа, и мы просто так в нее влезать вам не позволим. Ну, это он, кстати, и отметил на заседании с депутатами, с руководством. Он сказал, что все-таки это не думал, что такие духовные чувства испытывают ярославцы к этому театру. Однако все вот эти вот виляния, изгибы не дали вразумительного ответа, что он отменяет этот приказ. Он сказал, да-да-да, надо думать, надо разобраться. Я категорически согласен с ярославцами, они имеют право чувствовать, и их духовные чувства очень важны. Но на самом деле, как и любой чиновник, он слился с темой и по факту сейчас уедет, и там они сами что-то порешают. Надеюсь, решение будет за Ярославль, а не как обычно, что бывает у нас в этом году, к сожалению. Что бы нам ни говорили, деньги, возможности, связи, оптимизация – это всегда экономия. А экономить на нашей великой культуре, региону, который был столицей, я не допущу. Надеюсь, не допустите все вы. Вот такой эмоциональный топ у нас получился сегодня. Насыщенная была неделя на события. Походил я на множество мероприятий. Кстати, сейчас тоже схожу, обниму интересное здание. Привет, Андрюха. Как бы мы с тобой бесконечно не были в разных взглядах или бы не были бесконечно схожих взглядов, все-таки мы с тобой жители одного региона и должны делать общие дела. И все ребята, которые активны, они достойны уважения, достойны внимания и достойны быть услышанными. С вами был Добрый Данил. Делитесь этой записью, пишите свои пожелания, что вы думаете об этих темах, особенно о том, что против или за вы объединение этого театра. Всем добра! Жень, я вообще, я в шоке. У меня такое чувство, что реально какой-то хуйометр стоит в мэрии, и они просто выполняют план по неведомой хуйне. Это как такое возможно, а? Стоит план, надо делать. Да, почему здесь? Как? Как до этого можно дойти здравомыслящему человеку, который ходит с нами в одном городе? Как? Как он это не осознает? Он что, живет в каком-то вакууме, что ли?